двухроторный центральный волкователь «Крона» с шириной захвата от 6 метров 80 сантиметров до 10 метров. Профессиональная кормоуборочная техника, высокопроизводительная, с высоким качеством работы – это основа для заготовки высококачественного корма. Центральные волкователи «Крона» бережно обрабатывают корм, не нанося вреда дернине. Это первоклассно изготовленные машины, удобно при сервисном и техническом обслуживании, подкупают своей новаторской техникой. Маятниковое прицепное устройство «Свадра ТЦ» соединяется с нижними тягами. Тяговое усилие передается в «Свадра ТЦ-880» через тройной редуктор на большие роторы. Для эксплуатации в сухом и легком корме «Свадра ТЦ-680» и «ТЦ-760» могут оснащаться одним вентиляторным ротором. С помощью гидравлического привода передвигается и аэрируется кормовая масса между роторами. В положении для работы на разворотной полосе роторы имеют очень большой дорожный просвет. Это в комбинации с большой высотой рамы является наилучшей основой для быстрой работы. В волкователях «Крона» с центральной укладкой волка все функции для управления и обслуживания оптимально согласованы между собой. На всех центральных волкователях модельного ряда «Свадра ТЦ» не нужно складывать граблины. Транспортная высота остается до 4 метров. Все двухроторные центральные волкователи «Крона» оснащены транспортной ходовой частью с разрешением для движения на скорости 40 км в час. Импульсы управления трактора передает поперечная тяга на поворотную цапфу ширококолейного ходового механизма. Эта простая и не требующая обслуживания конструкция гарантирует наилучший характер следования за трактором даже на крутых поворотах. Чистая работа. Каждый ротор центрального волкователя «Крона» за один раз сгребает корм и укладывает его без скручивания воздушным и рыхлым шлейфом. Наиболее чистая работа волкователя с четырьмя зубьями лифт на граблину. Благодаря изогнутому концу зубья лифт поднимают кормовую массу практически без загрязнения. В зависимости от размера волкователя 10 граблин на ротор в «Свадра ТЦ-680», а также 13 граблин на ротор в «Свадра ТЦ-760» и «ТЦ-880» обеспечивают чистую работу при сгребании в волок. Большой диаметр ротора «Свадра 1000» позволяет установить 15 граблин на ротор. Роторы центральных волкователей «Крона» закреплены по центру. Они укладывают корм в волки с одинаковым давлением на почву по всей ширине захвата. Благодаря карданной подвеске роторы копируют любой рельеф почвы даже по направлению движения. 3D-ось позволяет не наносить вреда дернине. Передние колеса соединены поперечной тягой и шарниром. Задние колеса жесткие. Преимущество – роторы работают чрезвычайно спокойно. 6 или в качестве опции 8 колес ведут ходовые части «Свадра 1000». Так роторы оптимально копируют любой рельеф почвы и чисто подбирают кормовую массу. Свободно управляемые колеса повторяют даже крутой поворот. «Свадра 1000» удовлетворяет спрос на волкователи с центральной укладкой волка, двумя роторами и большой шириной захвата. Эти машины обладают высокой производительностью до 10 гектар в час. Рабочая ширина может варьироваться посредством телескопических консолей с гидравлическим управлением от 8 метров 80 сантиметров до 10 метров. Работа спорится с двухроторными центральными волкователями «Крона». Эти волкователи работают чисто с лучшим качеством корма, формируют волки оптимальной формы для любых последующих кормоуборочных машин. Все равно, когда и где
Свадра от Крона – это настоящие профессионалы. Прицепные двухроторные с боковой укладкой волков Крона Свадра ТС с шириной захвата от 6 метров 20 сантиметров до 7 метров 40 сантиметров для укладки в одинарный и двойной волок, а также Свадра ТС Твин для укладки в одинарный, двойной волок, а также в два волка. Ежедневные достижения высочайшей экономической отдачи – это требование времени. Здесь боковые волкователи Крона Свадра ТС находятся на своем месте. Эти универсальные машины укладывают кормовую массу эргономически благоприятно с правой стороны по направлению движения в большой отдельный волок. Если укладываются два отдельных волка вместе, то Свадра ТС имеют общую рабочую ширину захвата до 15 метров. А волкователь с боковой укладкой Свадра 907 до 16 метров. На всех волкователях Крона с боковой укладкой передний ротор вращается быстрее, чем задний. Эта техника не позволяет скручиваться кормовой массе в волке. Рыхлый волок – это основа для высокой производительности последующих кормоуборочных машин. Свадра ТС, благодаря широкому транспортному ходовому механизму и управлению шейкой оси, мастерски пройдут самые крутые повороты и отличаются надежным режимом движения. Граблины не должны складываться, поэтому имеется возможность быстро и просто переезжать на другое поле на скорости 40 км в час и с транспортной высотой до 4 метров. Не выходя из трактора, удобно нажатием клавиши производится переход в рабочее или транспортное положение. Боковой фартук самостоятельно переходит в свое рабочее положение. На Свадра ТС Твин обе телескопические консоли выдвигаются гидравлической системой. В качестве опции Свадра ТС Твин оснащается одним дополнительным фартуком для укладки в два волка. Благодаря такому рабочему положению Свадра ТС Твин дает дополнительную возможность укладывать два небольших волка за один рабочий проход. Это создает идеальные условия для следующих кормоуборочных машин с небольшой производительностью и для укладки волков ночью. Двухроторные волкователи Крона с боковой укладкой волков оказывают неизгладимое впечатление благодаря производительности и комфорту. Зубья лифт обеспечивают лучшее качество корма, абсолютно без потерь. Изогнутая рама из трапециевидного профиля выдерживает высокие нагрузки и обеспечивает для каждого ротора дорожный просвет до 50 см и приятную работу на разворотной полосе. Последовательное управление регулирует поднятие заднего ротора со смещением во времени. Эта техника гарантирует равномерную укладку кормовой массы в конце волка. Свадра ТС-620, Свадра ТС-680 и Свадра ТС-740 – это машины с компактной конструкцией и функциональностью. Эти волкователи Крона проявляют себя особенно тогда, когда требуется качество корма и производительность.